Я хотел бы рассказать о лазерных методах, применяемых при лечении миоп и астигматизма. Самый важный из них – поверхностный лазер, метод, который мы называем ПРК. Мы используем его в первую очередь для пациентов с тонкой или деформированной роговицей. Но в остальном эта группа пациентов составляет едва ли 5%. Остальным пациентам мы проводим фемтосекундные лазерные операции с ФЛЭП или без него. Что это такое? Эти методы называются интралайзи ЛАСИК и ЛАСИК или СМАЙЛ. С их помощью мы можем исправить астигматизм примерно до 8 диоптрий и до 8 цифр. Если у вас есть такая проблема, как астигматизм миоп или плоский астигматизм, вы можете проконсультироваться с офтальмологом и оценить варианты лечения. Желаю вам хорошего дня!